Такие автокраны выпускает Львовский автобусный завод. Коллектив этого предприятия неустанно работает над улучшением производства автокранов и снижением их себестоимости. Главный инженер завода Осипчуков, конструкторы Адаян и Анастасьев нашли пути экономии материалов за счет уменьшения веса некоторых деталей, не снижая при этом их прочности. Они произвели конструктивные изменения поворотной рамы, кабины машиниста, стрелы и других деталей. Таким образом, была получена экономия около 500 килограммов металла на каждой машине. Автокраны стали не только легче, но и производительнее в работе. Теперь каждый 11-й автокран Львовский завод выпускает из сэкономленного материала.